на улице дождик шпарит. Мышка на веранде сидит. Что мяу? Не мяу. А вот это вот кто наделал? А вот это мышка. Куда ты пошел опять? Куда ты пошел? Чудовище. Виды ужасные. Вот лежит с виду приличный котик. А 5 минут назад было вот это. Почесал. Кажется, сейчас кто-то будет кого-то купать, да? Я не знаю больше этого животного. У нас больше нет кота. Мэсь, покажи Маше, покажи шею. Покажись. Покажись. Слышь, чудовище? Это ужас какой-то. Да, я пойду к этому позорнику схожу. Мамоньки мои. Ты! А, иди сюда! Иди сюда! Иди сюда, животное! Две дыши! Мы! А! По-моему, ты сделал только хуже! О, май гад, я был! Все, живи там! Живи там! Домой не приходи! Иди домой. Иди за страницу домой. Сейчас пойди домой. Так, кошка-чмошка, домой давай. Месси. По-моему, он обиделся. Месси. А Месси? Давай иди домой. Иди домой. Ты весь грязный. У тебя грязная шея. Месси. Давай мыться бегом. Пойдем. Месси, домой. Давай домой, малыш. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Иди, там тебя Маша уже отлавливает. Чудовище. Ну это теперь только в ванну. Сейчас я принесу ошейник. Иначе мы его не доведем домой. Еще один забег по дому, это уже перебор. Че, мыть? Да, идем купаться. Ну, по-моему, в смысле лапу будем мыть ему сейчас там. А шею? И шею. Предоставляю тебе эту возможность. Ну, чудище, пойдем. Твою. Так, как вот с ним тебе делать? Вот с этим вот теперь что делать? Идем.